Доброе, доброе утро, мои хорошие. Проснулась от того, что трещит голова после романтического пятничного вечера. Уже не могу спать. Хочу сейчас, знаете что, кофейку сделать. Сейчас вам все расскажу по поводу... Осталось немножко роллов. Сейчас вам расскажу по поводу готовой еды из пара. Ой, таблетку выпила, полежала, вроде немножко отпустила. Думаю, кофейку надо попить. Еще темно. Так. Понравилось мне вот это кофе. Когда открывался спар, в общем, там от 1500 давали в подарки. И я вот это кофе взяла в подарок. А теперь купила. Понравилось оно мне. Очень классное. Вот как его открыть только, чтобы... Эту фольгу не, да, вот как это? Сил нет. После ночи нету сил. Ну, смотрите, что я наделала. Ой. Хочу сейчас попить кофейку просто безо всего. Даже не хочу есть. Вчера так натрескалась. Так натрескалось, все было такое вкусное. Я первый раз пробую еду, вот такую готовую из Евроспара. Очень рада, что у нас появился этот магазин. Спасибо, все было очень вкусно. Очень вкусные наггетсы, просто обалденные. Ничем не уступают каким-нибудь там фастфудам, да, вот. Ничем абсолютно... Так, куда же вас поставить? Вот так можешь поставить. Вот, ничем не уступают каким-то там фастфудам таким, да, вот этим ресторанчикам быстрого питания. Вот, все было очень сытно, курица очень вкусная, капуста, которую предложили попробовать, потому что я когда наггетсы брала, она говорит, попробуйте вот эту цветную капусту, очень вкусная. На самом деле, очень вкусная цветная капуста. Роллы вообще бомбические, огромные, просто преогромные, сытно все, вкусно. Вот эти вот красненькие, правда, вот эти красненькие, вот такие, они острые, надо их в пакет положить, а то усохли. Вот, они остренькие, но там я посмотрела, внутри какой-то перчик. И, походу, вот перчик дает эту остринку. Красные, конечно, я больше брать не буду. Но согласитесь, 540 рублей килограмм роллов. Ни в каких суши вы сейчас такие не найдете в доставках. За 540 рублей килограмм. Причем они огромные, они очень сытные. Мне понравился рис. Вот, очень понравился. Вот что я делаю. С кофейком попью. Ой, с молоком попью. Кофейко попью с молоком. Кофейко с молоком. В общем, это еще такая бессвязная речь. Ой. Так, много. Ну, много не надо. Вот так где-то. О, сейчас налью. Так, это надо выбросить. Все эти фольгушки. Собрать, выбросить. Вот такое у меня субботнее утро. Началось сегодня очень рано. Не знаю, как буду проводить субботу. Честно хочу сказать, не знаю. Так, что это? Вот. Никаких как бы планов нету. Вот. План отойти от еды. Сегодня, наверное, за весь день. Но там еще остались. Мы не все съели. Вот роллы остались. Смотрите, сколько, да? Остались. Это вот эти роллы остались, которых я брала по 4. Вот. Не по 2, а я там какие-то брала роллы по 2. Какие-то роллы брала по 4, а вот эти с курицей, потому что любимые, вот эти с жареной курицей, это жареные роллы, это обычные. Брала вообще 8 штук. Вот. Вот, вкусные. Наггетсы понравились. Все понравилось. Понравилось все. Вот, буду брать, потому что все понравилось. Очень-очень вкусно. Во, вот эти с курочкой, вот эти мои самые любимые. Причем, смотрите, сколько там курицы. Смотрите. Вот, это все курица. Вот это огромный кусок курицы. Они очень вкусные, эти роллы. Очень вкусные.
баночка королевская. Надо пакетик положить. Чайник закипел. Не обжечься бы. Молочка добавлю. Проснулась от такой дикой головной боли. Хотя я этот лимонад пила, а у меня голова не болела. Выпила таблетку, полежала и думаю, ну вот не спится и все. Ну не спится, не спится прям. Вот эти очень вкусные. Они с семгой и с крабовой палочкой. Видите, сколько начинки? Видите, сколько риса и сколько начинки? И они большие, прям рот радуется. Я очень рада. И они еще вкусные. Вкусный рис. Какие-то крутые скидки еще. Скидки. Наклеи на выбранные товары. Она мне не дала наклеить в этот раз, потому что сказала, я вам только там просканировала, и как бы нельзя наклеить. Вот, надо было вернуться. Но мне, в принципе, ничего не нужно. Понимаете? Было. Вот до 26-го надо как бы их наклеить, ну что, скидка-то хорошая, 20%. Но единственное, она говорит, это не идет на акционный товар. Тот товар, который по акции, уже вот эту нельзя клеить, только на белые ценники, как я поняла. Вот, скидка предоставляется на весь ассортимент. Я думаю, может, мясо куплю. Кроме акционных товаров. И товаров со специальными ценниками. А, на мясо нельзя. Также нельзя на мясо охлажденное, рыбу охлажденную. Скидка не распространяется на табачные изделия, алкогольную продукцию. Ну, не знаю. Что тогда купить? Что тогда купить в спаре? На эти скидки. Если... Получается, ни на что не наклеишь. Я думала, пойду мясо куплю и скидку наклею 20%. Ага, купила мясо. Думала, что-то, ну, буду делать вместо колбасы такой дома, сделать нарезку. Мне обычно я беру небольшой кусочек или грудинки, или мясо, запекаю, и мне хватает на всю неделю на бутерброды. Не нужна никакая покупная колбаса, там ничего. А что я еще куплю? Кофейку сейчас попью. Прям не хочу большой кружки. Маленькой сделала. Какой аромат. Я кофе пью без сахара, но редко пью такой обычный черный. Пью в основном такой. А вот этот вот, смотрите, красный.
Сейчас я вам покажу. Ой, все разломило. Знаете, какой огромный. Он с перчиком. И этот перец, походу, острый. Потому что такое острое послевкусие остается. Какие роллы? Я буду еще брать. Богато смотрится на столе. Хорошая штучка. Купите, не пожалеете. Перчик, огурчик дает свежесть, но перец тут острый. Я больше вот эти не буду брать. Они вкусные. Я просто не люблю острые роллы. Какая-то зимняя. Зимняя серия. Зимняя серия маршмеллоунов. Мэллоун, да? Я сейчас смотрю сериал без следа. Ой, какой аромат. Такими не звездочками. Кстати, не совсем сладкие. Не приторно сладкие. Иной раз берешь какие-то фирмы, вот такой маршмеллоу, но они делают не как маршмеллоу, а как обычный какой-то зефир, приторно сладкие. Да. А вот это вкусный. Ой, не хочу. Надо обязательно закрывать, а то они высохнут. Клипсочкой. Так, я сейчас эти роллы, роллины уберу. Пакетик, чтобы они до конца не засохли. Всем огромное спасибо. Пойду попью кофейку. Еще что-нибудь посмотрю и, может быть, подремлю. Потому что еще 4 часа только.